Привет, вы на канале Юный Пап. У нас сегодня доисторические животные от компании Joya. У нас динозаврик с пультом управления, с веселой музыкой и песенками, работает на батарейках. Артикул у него ZYA-2743. Расцветка у него единая, такая зеленая. Большинство ученых сходится во мнении, что они были зеленые. Вопрос, были ли они с шерстью или нет, еще остается в рамках дискуссии, поэтому у нас вариант без шерсти. Вот. Так, значит, комплектация у нас идет: пульт управления, динозаврик, у него такой ошейничек металлический, да. Это инструкция полностью на русском языке, поэтому можно почитать, вот, какие кнопки, что означают. Ну, мы уже рассматривали такую серию собачек и кошечек, поэтому так предварительно осведомлены. Сейчас расскажем, но более подробно можно почитать в инструкции. Она многостраничная, такая интересная. Все вопросы озвучены. Тут ответы, да, есть? Да, можно подсматривать. Поэтому вот. То есть, в принципе, ЕГЭ можно по нему сдать. Да, точно. О, ответы есть. Так, вот такой динозаврик с хвостиком. Размеры. Размер динозавриса. 18, да? 19, наверное, да, 19 см, высота в стойке 21 в полке. Вот такой динозаврик, глазки. Это улыбается, позитивное животное, поэтому... Голова у него никак у кота не огромная. Да, пропорционально развивался. Может, поэтому и вымер. Если была голова большая и умная, он бы стал, что нужно прятаться от метеоритов. Так, тоже лапы прорезиненные, да, лапы, как и у котика. И у собачки тоже прорезиненные, да, поэтому будет что... по стеклу и по плитке паркету ходить, не скользить. В пульт управления две батарейки пальчиковые, в самого динозавра четыре батарейки тоже пальчиковые. Такие. Это что? Ну, вставляются батарейки, там перемычка есть, поэтому достаточно плотно вставляется, вот, чтобы не выскакивать. Лайфхак показываю. Лучше, да, вставлять. Если сначала... вот так вот не работает, вот так вот все. А, ну сейчас заработал, то берете ее, просто переворачиваете, ну, как это было с другими животными. Вставляете вот сюда вот. Сначала, да, это, а эту заталкиваете. А потом там заталкиваете, все. А потом вот это включаете, все, задвижкой закрываете. И динозаврик готов. Кнопка включения у нас вот здесь находится сверху. Нажимаете. Надо подержать немножко. Не, про меня забыли. Пульт управления работает без кнопок. Просто нажали, он работает. Функционал. Включила, выключила. Да. Это без индикации. По пульту. Верхние кнопки отвечают за движение, танцы и пение, а нижние за вопросы и ответы. Прослушали, как его зовут. Так, ладно, все, да. Пошли. Вот эта кнопка вперед, вот это назад. Выполняется, пока держится или как? Какой-то он имеет, сейчас мы посмотрим. Вот если один раз нажать, то он проходит шагов 8. 20, да. Наверное. И так. Также есть быстрый назад и быстрый вперед. Песни. Да, он начинает искать песенку на радиостанции, на самом деле, запоганяна, и поет хорошо. Другую. Другую. Ищу песню в радиоэфире. О, кажется, нашел. Послушай. Да, ну и танцы, верхняя кнопочка танцы. Как он сейчас танцует? Там под более крутую музыку танцуют, да. Так что если вы хотите детей научить чему-то плохому, хорошему, это современное просто. Вот такие танцы. Музон. Да, и снизу кнопка вопроса, математические вопросы и общие вопросы. Общие. И три варианта вопроса. Мы уже ответы подсмотрели, да. Поэтому сейчас мы будем чемпионами. Да, будем рвать танцпол. Два раза так. Нажимайте на это. Все? О, ну это. С. Оп. Правильно. Так он реагирует, если вопрос правильный. Вот давай. А, ответим, чтобы неправильно.
Не угадали. 1-1 в пользу ничем. Динозавры. Искусственного интеллекта. Да, да. Ура! Вот, в общем, такой динозаврик. Он можно управлять, ходить. Если он какое-то время стоит и не действует, он сначала там позовет, типа, обо мне забыли, это, если нет, потом выключится. Пойдет в спящий режим. И танцы. Танцы. Да, что-то изучится. А, ну и кнопочка программирования есть. Нажимая кнопочку программирования, вы задействуете различные «пойти вперед», потом пойти назад, и потом опять пойти вперед. И нажимаете программирование, и он исполняет. Идет вперед. Останавливается, виляет хвостом, что выполнил одну команду. Потом идет назад, как мы и просили его. Нет, назад же просили. Наверное, неправильно. Не резко нажал, не четко. Я нажал три раза. Динозавр только вперед идут. Это на сигнализацию ты его поставил. Вперед идет. Как он повилял хвостом и должен назад пойти. Нет, почему-то вперед. Ну, помню. Только вперед. Ну, поэтому понятно, почему они вымерли. Они не поддаются дрессировке. С вами был магазин Юный Папа. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пошел назад. Всем пока. О, да. А, все-таки я, наверное, два раза нажал. Вот почему. Наконец-то. Поэтому они скоро родятся. Да, значит, восстановят их. Генная инженерия восстановит. Вот. Всем пока. Всем пока.